невероятное творится в Лужниках с музыкой сегодня. Мало того, что на танцах она прервалась вдруг ни с того ни с сего, так еще и все выступление Елены Кеттунин буквально было сбито сейчас. То ли некачественным диском, то ли некачественным проигрывателем. Интересно. Такого мы еще не видели. А главное, что самое интересное, у Елены Кеттунин катание-то очень даже ничего сейчас складывалось, и прыжки, и так далее. На тренировке все было в порядке. Интересно, что сейчас скажут рефери. Такие события. Кошмар. Кошмар и для международного турнира серии Гран-при, можно даже сказать, позор. Ну а что и почему, это уже надо разбираться, кто виноват. А вообще порой в фигурном катании происходят такие события, которые комментировать очень и очень трудно. Иногда какие-то вещи не хочется говорить, иногда какие-то вещи нельзя говорить. Не знаю, что меня сподвигает сейчас на откровение, но может быть такое всеобщее настроение. Какое сейчас происходит на малой спортивной арене Лужников. Какое-то время, безусловно, понадобится рефери, чтобы решить, что делать с этой программой. Ирина Роднина, которая разговаривает, была только что на наших экранах, разговаривала с Вячеславом Фетисовым, безусловно, помнит тот самый эпизод, когда она с Улановым выступала на чемпионате то ли мира, то ли Европы, сейчас, к сожалению, не воспроизведу, и когда вдруг перестала играть музыка. Ирина Роднина выполнила ту программу без сучка и задоринки, уже без музыки, по команде их тогдашнего тренера. Ну а сейчас по правилам это запрещено. Как только музыка прекращает звучать, уже программа не программа, что называется. Марина Саная, одна из судей, бегает, пытается все урегулировать. Наши чиновники, Сергей Кононыхин, Александр Лакерник, все там собрались, чтобы разобраться. Ну, у кого будет решение, нужно опять же посмотреть, что там с диском. Может быть, царапина, может быть, налипла грязь какая-нибудь. Все что угодно могло произойти. А на выходе такая вот бяка. А всего неделю назад мы возмущались организацией турнира Trophy La Ligue, где, кроме того, что голубь летал, еще какой-то человек бегал по льду. Что там человек? Все посыпалось. Ну что ж, судья объявляет, что через 2 минуты Елена Кеттунин повторит свою программу. И как же будет обидно, если прыжки в этот момент уже не пойдут, так как они пошли сейчас. Любопытно. А если музыка опять застопрится? Если там действительно есть царапина.
и проигрыватель-то они не поменяют. Ну а мы 2 минуты еще посмотрим, как Элина Кеттонен будет разминаться. В этой разминке у нас еще как минимум один интересный прокат. Это будет Людмила Нелидина, которая прославилась в этом сезоне исполнением чистого тройного акселя. Посмотрим, что за место она может занять в короткой программе. А Кеттонен, между прочим, очень неплохое место могла бы занять. Со всеми прыжками, может быть, даже и с Волчковой поконкурировать. Хотя. Итак, внимание, дается повторное звучание музыки. И Элина Кеттонен исполняет с того места, но где она закончила. Диктор у нас сегодня с юмором на стадионе. Это приятно. Музыка начинается сначала, а выступать она будет с того места, где, собственно, пришлось остановиться. Слава богу, те прыжки, которые мы уже видели, будут засчитаны. Есть, оказывается, еще порох в пороховницах техники Лужниковской. Если надо, если Родина попросит, он может проиграть диск от начала до конца. Но нужно очень хорошо попросить. Элина Кеттонен, уже было расстроившаяся от такого поворота событий, все-таки докатывает свою короткую программу на уровне, но, как вы понимаете, настроение практически в смятку. Зато весь набор прыжков остался на месте. В завершение она еще проигрывает клип. Ее тренер Тилю
Вальгемае. Довольно. Хотя нервных клеточек поубавилось, конечно. Сгоревших в огне Лужниковского технического прогресса. Да, ну, Аксель тоже в порядке. Тут даже и тренер особо не нервничал, потому что, видимо, знает, что с этим элементом все в порядке. Илины. Сказать, что она не очень удачно выступила на Skate America, не сказать ничего. Произвольная программа отбросила ее на 12 место. Это при всем при том, что, в принципе, стиль катания Кеттунен – это хороший стиль. Особенно, когда все получается. Ну да, как я и говорил, что может поспорить с Волчковой, и наверняка задвинет Маниченко. Так оно и получилось. Три судьи поставили даже на третье место Кеттунен до Волчковой, что тоже, в принципе, можно понять. Один судья на четвертый и три на пятый.